Ангарск готовится ко Дню Победы и юбилею города. Накануне в здании окружной администрации состоялся оргкомитет, посвященный этим событиям. К 9 мая в городе состоится более 200 тематических мероприятий. Большая часть пройдет в учебных заведениях и учреждениях культуры. В сам праздник состоится традиционный парад и мероприятия в парках нефтехимика, современника и возле Музея Победы. Подготовка ведется уже сегодня. Управление по социальной защите готовит дополнительные меры соцподдержки по оказанию помощи в ремонте жилых помещений одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны. Также отдел по здравоохранению организует комплексное обследование на дому пациентов ветеранов Великой Отечественной войны, ограниченных в передвижении, а также планирует проведение медицинского совета по вопросу организации медицинской и стоматологической помощи ветеранам войны в учреждениях здравоохранения. В едином стиле город будет украшен и к своему 65-летию. На площади Ленина разместят 7-метровую флажную стелу, а празднование начнется в 11 утра с карнавального шествия. Юбилей отметят на нескольких площадках – в парках нефтехимика, строителей, современника, возле Музея Победы. Завершится торжество на стадионе «Ангара» концертом и праздничным салютом.